Здравствуйте, уважаемые родители. Мы сейчас стоим у здания Центр приема граждан, 16 подъезд, дом министерств. Пришли мы по причине того, что 15 апреля принят закон о семейно-бытовом насилии, который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам безопасности детей и женщин». Этот законопроект, несмотря на то, что было большое сопротивление, он был принят. Родительскую общественность так и не услышали. Второй законопроект, который не менее опасный и взаимосвязан с этим законопроектом, сейчас находится в Мажилисе на стадии разработки и обсуждения. Мы, как родительская общественность, выражаем большую обеспокоенность по данным законопроектам и хотели бы, чтобы нам организовали круглый стол для того, чтобы родительская общественность могла выразить свои опасения, возражения по данным законопроектам, законам и внести в свою лепту для того, чтобы права родителей не были нарушены, для того, чтобы семью не разрушали. Сейчас к нам со всех регионов Казахстана звонят родители, звонят активисты, общественные деятели. Они обеспокоены также этими законопроектами, законом, и также хотят присоединиться к тому, чтобы было обсуждение. И сегодня об этом мы разговаривали с представителем администрации президента, с представителем Министерства просвещения, а также с инспектором по делам несовершеннолетних. Будем двигаться в этом направлении, добиваться того, чтобы все-таки эта встреча произошла, потому что данный закон, он обсуждается и обсуждался, да, узким кругом лиц, а применяться будет на всех гражданах Казахстана, на всех семьях.